Мы здесь, чтобы сняться на обложку нашего 5-го мини-альбома. Сегодняшняя съемка представлена в двух концептах – дневная версия и ночная версия. В дневной версии мы просто шикарны, и невозможно сказать, что у нас на уме. А в ночной версии мы полностью преображаемся, показывая все то, что мы действительно хотим показать. Это похоже на рычание. Особенности моего наряда? Их очень много. Прежде всего, мне очень нравятся аксессуары, которые подчеркивают мою внешность. Еще мне нравится красный рукав, который спускается с шеи на мою руку. Думаю, это особая деталь. И это тоже. Секрет, который я скрываю от участниц, я должна рассказать его здесь? Что же? Что же я скрываю? А, мы не должны. Утром, когда мы просыпаемся, мы не должны принимать душ за 30 минут до выхода. Это то, что мы пообещали друг другу. Но однажды я проснулась слишком поздно и пошла в душ позже, чем за 30 минут до выхода. Но никто об этом не узнал. Особенность моего наряда – это жемчуг. В моем наряде много примечательных деталей. На перчатках у меня много жемчуга. А также есть контраст между двумя сережками. От этой красной сережки исходит харизматичная и сильная энергия. А на этой жемчужина. У меня много снимков крупным планом. Поэтому я часто использую руки, чтобы подчеркнуть и показать жемчужины. Я старалась создать подростковую атмосферу. Пыталась запечатлеть себя в течение дня. Я была не слишком активной. Но харизматичный, несколько загадочный и очень завуализированный. Я пыталась воссоздать сдержанную харизму. Сегодня я чувствую себя прекрасно. У меня нарощенные ногти, поэтому мой большой палец выглядит длиннее, когда я его поднимаю. Поэтому мне нравится ими двигать. Отличительная черта моего наряда – это сверкающие аксессуары. В моем наряде много сверкающих деталей. Все это тоже сверкает. Он слушает. Плюшевый мишка слушает песни Идзи. Секрет, который я скрываю от участниц – я съела жареные куриные кусочки еджи без ее разрешения. И мне было вкусно. О, она такая красивая. У кого такие сентиментальные глаза? Ее зовут Шин Рю Джин. Даже ее имя звучит как имя персонажа из интернет-новеллы. Да, я Шин Рю Джин. Она подчеркнула свои волосы черными прядями. Ты как персонаж из «Звездных войн». Какая самая известная строчка из «Звездных войн»? Без понятия. Ты не знаешь самую знаменитую строчку? Я твой отец. Она ведь знаменитая. Верно, верно. Это мой любимый аромат. Пахнет вишней. О, это я! Вау, такие красивые. Вам, наверное, не очень видно, но мы так хорошо получились. Нас сняли на пленочную камеру. Так вот, как ты будешь выглядеть? Что? Я выгляжу смешно? Ты выглядишь так, будто бы на все тело натянул нейлоновые чулки. Поменяемся. Я сяду справа. Ладно, ладно. Вы бы позвонили мне? У нас была всегда такая сильная подростковая атмосфера. Но в последнее время мы похожи на выросших подростков, которые уже знают свое дело.
Мы используем так много аксессуаров, чтобы подчеркнуть наши наряды. Это ведь красиво. Они мои любимые. Вместе с этой бабочкой. Очень красиво. Это гламурно, но немного по-детски. Мы скрываем от вас так много вещей, и скрываем, и будто смеемся над вами. Думаю, я неплохо справилась с этой ролью. Хочу сказать большое спасибо фотографу за то, что так красиво запечатлел меня на камеру. Сегодня я сделала так много красивых фотографий. Думаю, Мите они понравятся. Это то, что заставляет чувствовать меня лучше. Я последняя на съемках дневной версии. Я сделаю все возможное. Для нас это новый вызов. И меня волнует то, как Минти отреагирует на нашу новую концепцию. Когда я смотрю на себя в зеркало, я правда выгляжу крутой. У меня смоки айс и красная помада. Это вместе выглядит круто. Вместе с этими вызывающими аксессуарами. Надеюсь, фанатам понравится наша смелая трансформация. Закончили, спасибо. Вам спасибо. Спасибо. На съемочной площадке внезапно появляется мини-игра. Вытащите призы из автомата, чтобы съесть закуски и ответить на вопросы. Что это? Обалдеть. Лия супер сосредоточена. Почему песня ускоряется? Отпусти мою печеньку. Оно застряло. Так не должно быть. Так-то. Вы же знаете, что мне это хорошо получается. Как в твоем телефоне записаны номера участниц? Юна, Рюджин, Еджи и Черен. В первой строчке их имена. Во второй строчке Идзи. Мне так удобно. Также они у меня в избранном в приложении для обмена сообщениями. Когда я захожу в приложение, их сообщение оказывается на самом верху. Затем менеджер, мама, папа и брат. Они в самом верху списка моих друзей. Они его так мило украсили. Итак, давайте попробуем. У Рюджин с первого раза не получается. Использует свои руки на все 100%. Ну давай, схвати его. У меня последняя попытка. Если в этот раз не получится, то мне придется отказаться от печеньки и подарка. В конце концов, у Рюджин не получилось. Настала очередь Черен. Но нет. Что делаешь? Не-не-не-не-не-не-не. Успешно с первой попытки. Я достала одну. Мармеладка. Меня это так взволновало. Участница, которая идеально подходит для этого альбома. Ну вообще... Концепция этого альбома самая сложная и самая сильная из всех наших альбомов. Для этого альбома я очень стараюсь. Поэтому я выберу себя. Черен. Идеально. Я хочу услышать, как люди говорят, что я отлично подхожу под этот альбом. Черен. Как вы узнали, что мне нравятся такие игры? Боже мой. Вот так. Эта игра трудная. Ой, ну почему? Еще раз. Вот так. Так правильно. Отлично. Попытка удалась. Достала одну. Я такую хотела. Она громче, чем я думала. Последний секрет, который я скрыла от участниц. Секрет, который я скрыла от них? У меня нет секретов. И вот они снова приготовили для нас игры во всем великолепии.
Макарон. Я хочу макарон. Хотя не думаю, что смогу его достать. О, я схватила. Но нет. Еще раз. О, оно работает. Я везучая кореянка. Ой, что это внутри? Говорят, на полный желудок все получается лучше. Так что дайте я сначала съем это. Я не буду отвечать на вопрос, если макарон невкусный. Давно такую начинку не ела. Это вкусно. Ладно, тогда я отвечу на вопрос. Участница, которая труднее всего вставать по утрам. Кто же это еще может быть, если в нашей команде есть ленивец? Это наш ленивец Лия, так что на этот вопрос вы и так уже знали ответ. Лия. Я замерзла. Я очень незаметно стою перед обогревателем. Это наш секрет. Надо быть осторожной, они легко снимаются. Учерён накладные ногти. Посмотрите на нее. Чирен всегда такая. Подержи. Она делает так, потому что у нее накладные ногти. Знаете, она как фокусник, который пытается удивить детей. Пока одна снимается, остальные бездельничают. Но, Лия, я думала, они тебя снимают. Надуйте щеки. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь Лия похожа на Белоснежку. Она сексуальная. Ну, перестаньте. О, красиво. Думаю, фотографии получаются хорошими. Спасибо. А, ой, извините. Нет, я серьезно. Мы всегда делаем друг другу комплименты и не можем сдержать реакции. Как насчет Еджи? А что насчет Лии? А как насчет Юны? Юна, ты прилепила наклейку? Нет, это не я. Это Юна. У нашего режиссера имя тоже Юна. Там моя карта. На освещении. У нас миссия такая, найти наши фотографии. Мидзи так долго этого ждали. Да, пятый мини-альбом Идзи. Мы тоже этого очень ждали. В дневной версии мы стараемся скрыть свои хитрые стороны. В то время как в ночной версии мы более дикие и открытые, собираемся показать вам многое. Мы как волки. Такого раньше еще не было. Кто-то оставил эти вопросы на съемочной площадке без ведома Идзи. Идзи должны найти карты Hidden Идзи, чтобы ответить на случайные вопросы. Лия сразу же нашла вопрос. О ком ты думаешь перед сном? Перед сном я думаю о Мидзи. Это моя любимая фотография. Что прямо сейчас ты хочешь есть больше всего? Палочки из сладкого картофеля. Сегодня вторая годовщина нашего дебюта. Поэтому фанаты прислали нам грузовик с закусками, чтобы поддержать нас. В их меню есть палочки из сладкого картофеля и сыра. Палочки из сладкого картофеля и сырные палочки. Они очень вкусные. Вот оно где, на камере. Ну почему я так тронута этим? Это намек на то, что нашего оператора тоже зовут Юна? Смотрите, какая. Поделись секретом, о котором Мидзи не знают. Ну и что мне с этим делать? Я сфотографировала свои поврежденные волосы. Это фото из Инстаграма, которое я недавно загрузила. Совсем недавно. Они такие длинные. Когда ты нравишься себе больше всего? Когда я веду себя умеренно. Нашла вопрос Рюджин и перепрятала его в вещи персонала.
Всем вам нужен такой человек, как я, для развлечения. О, это мое. Что ты скрываешь от остальных участниц? Они знают, что они хорошенькие еще до того, как я им об этом скажу. Так что иногда я пытаюсь от них скрыть это. Иногда они правда выглядят красиво, но не уверены в этом. Поэтому я буквально схожу с ума, говоря им то, что вы очень красивые. Но если бы они и так знали, что они красивые, я бы им об этом не говорила. Нашла карточку Еджи и запихнула ее поглубже. О, это красиво. У всех на видном месте. А где мои? Кто-нибудь видел мою карточку? Где? Где они? Где мои вопросы? Здесь, посмотри. Ты спрятал их где-то здесь? Рюджин делает вид, что ничего не знает. Шин Рюджин. Она засунула его туда. Как вы тренируетесь зимой? Зимой я тренируюсь каждый день. Если честно, этой зимой я практически не делала никаких упражнений. У меня вообще не получается сжигать жир зимой. Поэтому я и не тренируюсь. Разве это не круто? Думаю, это лучшая часть. Ночью совсем другая атмосфера. Пошли искать другие интересные вопросы. Я буду искать те, которые мы еще не нашли. Привет, всем привет. Как холодно. Что это? Так трогательно. Сюрприз в честь второй годовщины Идзи. Спасибо. Это так трогательно, я ничего еще подобного не видела. Видите там? Давайте задуем желание и задуем свечи. Задуть желание и свечи? Загадаем желание и задуем свечи. Раз, два, три, билборд. Билборд. Здравствуйте, я отвечаю за то, чтобы быть главным сердцеедом Идзи. Рюджин отвечает за крутость. Ли отвечает за милоту. А я отвечаю за то, чтобы быть милой и самой младшей. Большое спасибо.